Без чего невозможно представить «Фабрику звезд 3». Без легендарной песни, которая появилась на «Фабрике», и вы все видели, как она сочиняется, потому что ребята сами авторы. Эта песня про них, про их первые влюбленности, про их детские чувства друг к другу. Поэтому прямо сейчас я приглашаю на сцену Лесю Ярославскую, Иру Ортман, Машу Вебер и финалиста «Фабрики звезд 3» Александра Киреева! Солнце сходит за горами, слезы как поют из глаз, полный грусти и страданий. Я поведаю рассказ. Нет любви на белом свете, доля горькая моя. То скажите мне ответить, где девчоночка моя? Ее зовут Маша, она любит Сашу, а он любит Дашу и только ее. Но Даша готова простить его снова, опять бросить Вову, вот блин, ё-моё. Ее зовут Маша, она любит Сашу, а он любит Дашу и только ее. Но Даша готова простить его снова, опять бросить Вову, вот блин, ё-моё. Мелодия звучит воспоминаниями и снова возвратит в твои 16. Сердечко бьется так громко и в ритме с ним ты подпеваешь. А время так летит, его бег необратим. Всплывает в памяти тот паренек, кем раньше был и где эта девочка, что для него всех милее. Ее зовут Маша, она любит Сашу, а он любит Дашу и только ее. Но Даша готова простить его снова, опять бросить Вову, вот блин, ё-моё. Ее зовут Маша, она любит Сашу, а он любит Дашу и только ее. Но Даша готова простить его снова, опять бросить Вову, вот блин, ё-моё. Ее зовут Маша, вот блин, ё-моё.